Делает такой аромат. В общем, мамин обед. Гречневая каша с грибами. Гречневую крупу отварите в смеси воды и толченых сушеных грибов. В сковороде на растительном масле обжарьте лук, полейте его грибным бульоном, посолите, поперчите и добавьте к нему толченые грибы. Готовую гречку выложите в сковородку к луку и потушите. Отварите яйцо, измельчите его и посыпьте яйцом гречневую кашу. Подавайте блюдо горячим.